Пожалуй, именно здесь, на элеваторе, в полной мере можно оценить напряжение жатвы, ее размах. Один только сибайский элеватор, крупнейший в республике, в сутки принимал и обрабатывал 2500 машин с зерном. Современная техника обеспечила бесперебойную работу хлебного конвейера, позволила избежать простоев транспорта. Короткая остановка у контрольного пункта. Механические пробоотборники быстро доставляют зерно в лабораторию. Отборным зерном наполняются закрома. Телетайпы оперативно сообщают о ходе хлебосдачи. Контрольно-измерительные приборы следят за качеством хранения зерна. Сибайский элеватор принял от хозяйств республики свыше 220 тысяч тонн хлеба. Башкирские земледельцы значительно перевыполнили план 4-го года пятилетки, отправив в закрома Родины свыше 2 миллионов тонн зерна.